Сотрудник госведомства в Норильске незаконно хранил оружие в квартире и продавал патроны. Дверь откройте. Бегом. Упал на быстро! 35-летнего мужчину задержали в его квартире. Там же правоохранители обнаружили и изъяли самодельный обрез ружья 16-го калибра, изготовленный из охотничьей двухстволки. Подозреваемый был специалистом госведомства и, обладая лицензией на покупку боеприпасов, приобрел 250 патронов. После сбыл их 50-летнему знакомому, ранее судимому за незаконный оборот оружия. В отношении задержанного мужчины возбуждено два уголовных дела. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.